Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War Legacy. У нас две новые миссии, и давай мы их сегодня будем проходить. Это у нас 263 и 264. Ну что же, уничтожить статую врага. Давай возьмем, наверное, уровень невозможно. И попробуем. Ух, уровень невозможно. Да уж. Это будет очень-очень, чувствую, люто. Уничтожить статую врага. Так, надо глянуть. Ага, уже, сразу же. Слету. Слету начинает он двух мечников клепать. Трех. Так, а у меня там что? Только один появился. Ну давай, давай, родные, быстрее. Так, что он там заерзал? Кто-то еще идет к ним? Так, уже у них уже 4 мечника. Так, у нас только 3 будет. И, в общем, количество 5. Слушай, он что-то очень быстро как-то армию клепает. Очень быстро. Давай попробуем. Я рискну, ребят. Сейчас глянем, насколько они сильны. Он тоже, кстати, побежал на меня. Не вижу нифига. Ну давай, 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 руби. Что-то я не пойму, что там происходит. По-моему, нас, ребята, расколбасили здесь. Ух. Да, не пойдет такой уровень сложности. Мне порой кажется, чтобы проходить вот эти вот уровни на невозможном, это нужно применять какие-то заклинашки. Другого объяснения у меня нету. Понимаешь? Просто нету другого объяснения. Ну как ты их там завалишь? Нет, естественно, если ты бы применял, например, вот этот вот скилл. Усиленный удар, по-моему, да? Мечом. Тогда, конечно, возможно. Тут-то вот в этом уровне мы их порвем. Я больше чем уверен. Просто разнесем в хлам. Наверное. Да не, должны разнести. Это уровень сложности. Как он там называется у нас? Легкий, нормальный и невозможный. Ну, на нормале, да, на нормале мы их, наверное, сделаем. Вот сейчас даже можно будет вот специально, ребят, сравнить. Вот мы побежим. Четверо нас и четверо их. Ну, ты видишь. Обалденная разница в силе. Вопрос. Эти не убежали, а как лучник по нам тогда строчит? Вы молодцы, конечно, придумали. Эти, главное, не убежали, а лучники уже шпарят. Так. Нет, так дело не пойдет. Надо их валить. Фига, они тут раздухарились. Эти сразу по сматкам. Добычки сразу сваливают. Их, конечно, надо бы прижучить. Как по мне. Так, еще два мечника выбежало. Вот опять же, смотри, вот как он, почему он стоит в стойке, и мы его пробить не можем.
Не надо пока, не надо пока бомбить статуи. Подождите. Ай, чувачку прям в башню прилетело. Еще троих выпустил. Не, на невозможном здесь бы мы не прошли. А вот этого надо было ханурика валить. Так, молодец, убежал. Избежал, так сказать, вражеских стрел. Ну что ты бежишь, голодранец? Сейчас тебя быстренько накажем. Молодцы, красавчики. Одного, двух. Двух добытчиков мы уничтожили ему. Давай, 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 давай. Короче, ребят, я буду, наверное, бомбить статую. Вау. Это что там за синюшник выбежал? Фига он там рубашит. Ну, мы его заколбасим, тут явное дело. Да, даже не его, а мы статую разбомбили. Ну и прекрасно. Так, 263-я миссия пройдена. Давай смотреть, что у нас тут. Дожить до заката. Возьмем хард. Дожить до заката. Ну, как обычно, на нас будут бежать орды противников, не знаю там кто, люди или нежить. Но нам надо будет дожить. Что-то какая-то музыка такая тревожная. Почему такая тревожная музыка там пошла? Ну, давай, 125, елки-палки. Это что такое? А что это за пигмеи бегут на меня? По-моему, мы сейчас... отхватим, наверное, нет? Пигмеи, действительно, какие-то мелкие засранцы. Это была только первая волна, да? Значит, с каждой волной все больше, больше, больше будет. Я жду. Вот они. Так. Капьетоны бегут. Ну, капьетоны, понятно, немножко посильнее мечников. Но, тем не менее, мы их разбомбили. Ждем следующую партию. Тут очень быстро, кстати, юниты строятся. Только сейчас заметил. Ну и кто там в следующем? Ё-моё. Блин, еще и великан. Ну, слушай, великана быстро запинаем. Готов. Великан готов. Ничего особого он тут даже сделать не успел. Вот так вот. Ага. Уже капитоны, но покрупнее. Плюс лучники вместе с ними еще бегут. Здесь мы их завалили. Так, 44 из 50. Ну, почти фуловая армия у нас. Потерь пока ни одного не было на поле боя, так что все хорошо. Так, ох, ничего себе армия.
Армия пигмеев. Много, но не больше, чем наших. Просто перемололи их. Просто взяли и перемололи. И даже не чихнули. Ну что, остается нам дождаться последней волны. Хотя солнце еще, вон, высоко. А нам нужно пережить ночь. Оно еще пока садится там потихонечку. Так, маги. Фига вы, маги. Сами мелкие, а вызывают таких здоровяков. Мне это не нравится. Ну нифига вы, ребята. Молодцы, молодцы, молодцы. Добрались все-таки до них. И покрошили мы их. Даже одного воина мы потеряли. Вот он. Ну и кто следующий будет? Я жду. Ё-моё. Это, видимо, последняя волна, скорее всего, ребят. Ну да, тут мясорубка капитальная. Перемалываем только шорох. Великана вообще в 3 секунды забомбили. Да, ребят, вот и победа. 264-я миссия у нас пройдена. Ну что, друзья, на этом придется закончить сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.